Вот вам и киндер. Собрали. Собрали, она нифига он не держится. На. Держится. Это киндер там с какими-то... Уже второй раз, кстати, нам такой киндер. Второй попадается. Здесь вот шоколадка осталась чуть-чуть. Вот. Вот такой вот. Первый был у нас тоже, я ребенку собрала, нифига голова не держится, где-то он там все валяется, не пойми где. Надо все приклеивать, приделывать. Не покупайте. Фигня вот эта. Да, он для девочек, может быть, он, не помню, где его покупал. Но. Ой. Но. Все? Все, голова валяется, волос тоже где-то валяется. Давай выкинем его. Нет. Нет? Нет. Ну, конечно, понятно. Не люблю, честно говоря, киндеры такие, которые нужно собирать. Потом эти частички валяются в ней. А этот такой зеленый. Лифчик. Лифчик? Да. Вот Мишка, кстати, классный. Были бы цельные. Как раньше, помните, были цельные с этими бегемотики, вот цельные. Где Мишка? Гораздо удобнее. А где Мишка? Корзинки можно, вон, Мишка. И в итоге все потерялось, остается одна... Один хвост в итоге у нас по итогу. И... Это чего съели, чего? Шумит у меня чайник. Смотрите. Девушка там смотрит какой-то альбом, как он зеркальный, смотрите. Такие листы, прям четкие, такие красочные. И прям не зеркальные, как глянцевые. Глянцевые прям такие плотные, я думаю. Увидел, думаю, что она там портфолио какое-то, что ли, смотрит, смотрите. Видите, какое все глянцевое. А какие-то фотоальбом, что ли, там. Наверное, под заказ она, что ли, делала фотоальбом. Да, точно. Наверное, под заказ. Какой красивый, шикарный фотоальбом. Видите, какой глянцевый. Офигеть вообще. Класс. Шикарный прям фотоальбом. А я думала, журнал, что ли. Думаю, мне таких не бывает. Думаю, сколько он может стоить. Это фотоальбом, видимо. Такой, не знаю, сколько он может стоить. Шикарно, слушайте, прям класс. Тоже хочу такой. Нет, Дима, я сказала, нет. Нет. Это больно. Нет, нет. Что ты делать хочешь, Дима? Я хочу кровь давать. Кровь хочешь взять? Да. Дима решил поиграть здесь. О, деньги, я же испугалась. Ну, нифига себе, откуда это имитированное. 5000 рублей. Да, дублей. Вот ДД подписано, да. А я думаю, откуда он деньги взял. Дима решил играть во врача. Когда он играет во врача, он очень больно делает уколы. Что ты там берешь у меня? Кофе бью. Ах, ты кровь берешь у меня. Это очень больно. У него очень болезненные уколы. Нет, не надо мне укол делать. Можно. Не надо. Дим, ты очень больно делаешь, знаете, по ощущениям, как будто это настоящий укол, но очень сильно болезненный. В ногу не делаю. Дим, я у тебя заберу сейчас. Короче, он уже играет, бегает Дима. Дима... Посмотрите, какой у нас прекраснейший обед. Яички. Это говяжий бульончик, мясо, говядинка. И такие небольшие сухари. Ням-ням-ням-ням-ням. А здесь Димин. Тоже сейчас сухарики положим. Яичко, мяско тоже. Ням-ням-ням. Ставьте лайки. Ставьте лайки и подписывайтесь. Пишите комментарии. Приятного аппетита всем, кто тоже кушает. Вот так выглядит настоящее мороженка. Это вот с желейками. Желе очень вкусное. Здесь с шоколадом, а здесь шоколад и просто мороженка. Сейчас буду кушать. И делала обзор на свой пылесос. Скоро выйдет.